Вот так выглядит билет на экскурсию в Смольный собор. Пойдем мы на одну из четырех звонниц. Сейчас частичку мощей унесли, но после крещения ее опять выставят, и можно потом, здесь будет мощевик стоять, и можно будет приложиться к частичке мощей Святой Блаженной Матрёны. Сейчас мы с вами поднимемся на звонницу. Прошу вас рассчитать свои силы, потому что это где-то 16 этаж. Вот здесь находится Харю. В акустике Смольный собор один из первых, ну не из первых, а из первых десятков акустики. Он охраняется ЮНЕСКО. Продолжение следует...